Мы находимся на выставке Household Expo. Здесь есть деловая программа. Мы в нашем кадре спикеры. Альберт, расскажите, пожалуйста, что вы будете доносить до аудитории, что ее интересует и какие болевые точки собираетесь разъяснять? Ну, аудиторию, я надеюсь, всегда интересует возможность увеличить продажи. А моя работа – помогать компаниям, розничным в первую очередь, увеличивать продажи с помощью технологий продаж. И один из самых больших потенциалов увеличения продаж лежит в зоне работы с суммой среднего чека, то есть продажи сопутствующих товаров, продажи более дорогого товара. И, как ни странно, очень мало кто этот потенциал использует. Моя задача – показать, как его использовать, дать конкретные инструменты измеримые и сказать, как, собственно говоря, запустить вот эту турбину до продаж, чтобы продавцы работали на благо увеличения чека. Вы еще не выступали, поэтому у меня такой вопрос с прогнозом. Как думаете, что болит аудитория, что она вас будет спрашивать, что ее интересует особенно сейчас, вот когда есть падение покупательского спроса, ну и вообще просто экономика достаточно таком в тормозном состоянии находится, не разгоняется? Ну, вопросы всегда на самом деле очень разные. Приходят вроде послушать про увеличение среднего чека, спрашивают, начинают про систему мотивации. Поэтому пока сложно мне сказать, о чем будут спрашивать, но однозначно возражение дорого, люди не хотят покупать дорого, оно встречается почти всегда. И я покажу, как работать с ценовыми ожиданиями клиентов, делать так, чтобы эти ожидания немножко расшатывать, чтобы человек был психологически готов потратить больше денег. Спасибо большое. Вот такая деловая программа на выставке Household Expo. Не переключайтесь, скоро включение с новыми экспертами.